Похоже, сработало. Ага, получилось. А ведь мы отличная команда. Мой конек ум, у Кратоса мышцы, а у госпожи... Мудрость, магия.
Способность долго выносить твою болтовню? Я хотел сказать свирепость. Это тоже. А, вот так. Хорошо, что ты знаешь руны, брат. О, вы нашли мою броню! Я могу ее в два счета подлатать! Но хорошо бы вы еще принесли мою сферу. Как-никак, я для вас за даром стараюсь. Как мы это проглядели? Ну, чего надо?
Теперь для богини. Здоровяк, нужно что-то особенное? Я-то готов. Пойдут прямиком в мою коллекцию. Хорош, да? Уходите или будем языками молоть? А откуда вы друг друга знаете? Дела гильдии не для чужих ушей. Ну, не разглашение, все такое, сам понимаешь. Что-что? Скажем так, нас с Броком давно связывают общие интересы. Ага, находить проблемы нам на шею. И опять вытаскивать тебя из них. Что? Да это она привирает. Ну, я ответила на твой вопрос. Можно сказать и так. Брок, раз Лунда может путешествовать между мирами, как ты, значит, вы с ней познакомились в гильдии. Может быть. А может, мы просто налокались, и я показал ей пару трюков. Или я ему показала. Ты нас не знаешь, умник. Лунда. Ты случайно не знаешь, как твои друзья, темные и светлые эльфы, в этом замешаны? Ты про Бюгвера и Бейлу? Ну, они оба побывали в плену у одной из сторон, а может, у обеих. Вместе сбежали, и с тех пор их друг от друга за уши не оттащишь. Темный и светлый эльф, сбежавшие вместе? Это риск. Любовь — это всегда риск. Тем она и хороша. Да, примерно как расплавленный сыр. Лунда, что ты знаешь о Биргере-путнике? Не особо много. Он парень неразговорчивый. Как я поняла, он одно время следовал тропой путника, но потом случилось что-то такое, что заставило его резко с нее свернуть. Знаешь, что он видел? По-моему, он разглядел, куда ведет эта тропа, и перспектива ему не понравилась. Небось, когда он понял, что плясал под Одинову дудочку, у него все в штанах скукожилось. Привет, Фрея. Ну как ты? Нормально. У тебя и с фигурой порядок. Что? О! О! А. Спасибо. Не за что. Ха! Лунда, я смотрю, ты ни капли не изменилась.
Берегись сверху! Здорово! Ты как, брат? Несусветная горесть. Моя душа успокоится только вместе с ними. Гунхильда. Ну и как же нам туда забраться? Мы не сможем. Эти лианы мешают. Похоже, отсюда ее никак не достать. Какая сила развращающая. Моих друзей нужно освободить. Гунхильде нужна моя помощь. Гунхильде.
Это тоже старая броня Лунды. У нас почти полный набор. Похоже, сработал. Не надо было заигрывать с магией. Меня переполняет раскаяние. Прошу, Кратос. Этой душе больно. Скажи, каково это — вернуться? Это вовсе не возвращение. Все переменилось. Я теперь здесь чужой. Мне это знакомо. Mm.
развращаешь. Моих друзей нужно освободить. Гунхильде нужна моя помощь. Не надо было заигрывать магией. Меня переполняет раскаяние. Прошу, Кратос, этой душе больно. Вон там появилось рунное слово, видишь? Мэггин. Теперь мы сможем добраться до места свадьбы. Развращаешь. Моих друзей нужно освободить. Гунхильде нужна моя помощь. В чем дело? Я умерла, но вы мне поможете. Конечно, Гунхильда. Но зачем? Когда пришли Инхерии, мы хотели дать им отпор. И я предложила магию Сейвер. Ты была в отчаянии, знаю. Но это так глупо. Да уж. Мне повезло погибнуть прежде, чем я успела лишиться разума. Как они? Освободите их. Конечно. Магия Сейдер беспощадна. Для несчастных душ это пытка. Значит, мы даруем им смерть. Починю эту броню. Но что там насчет моей потерявшейся сферы?
Чем мы ближе, тем тяжелее камень на сердце. Может, не пойдем дальше? Принять свое прошлое не так-то просто. Я должна. Хватит носить в себе эту боль. Представь себе, когда-то мы были счастливы. Я верила, что мы правда будем жить в мире. Может, в этом и кроется моя ошибка. Я просто хотела сберечь семью. Тебе нечего стыдиться. Но я не сумею. Эти отметины. Их оставили Сейдер. Еще метки Сейдер. Значит, спутники Гунхильды где-то рядом. Превратили это место. Кажется, мы нашли весь комплект. Может, отнесем его Лунди? Вдруг она починит? Стрелы печати тут не сработают. Yeah.
что-нибудь выяснил? Еще один ворон отправился к древу мертвых. Вон там. Может, нам... Это те заблудшие духи Сейдер, друзья Гунхильды. Дружелюбными они как-то не выглядят, правда? Им пора упокоиться. Могли додуматься использовать магию Сейдер. Были в отчаянии. А теперь они погибли. Теперь их... Ты себя винишь. И что? Это не принесет облегчения. Вернемся к Гунхильде. Или хочешь еще поделиться мудростью? Не хочу. Красиво. Правда же?
семейная эмблема квасера мудрого. Я бы сказала, квасера непросыхающего. Что? Пора идти дальше. Меня заинтересовало несколько необычных растений. Твой интерес — твоя беда. Я не обязана во всем тебя просвещать, Минир. Я просто хотел спросить... И тебе ответили. Да, не поспоришь. Мне жаль, что нельзя было иначе. Зато они обрели покой. Еще один для древа. Узнал что-нибудь? Нужно найти путь сквозь эти обломки. Whoa!
нашли мою броню! Я могу ее в два счета подлатать! Хорошо бы вы еще принесли мою сферу. Как-никак, я для вас за даром стараюсь. Что делаем? Удобно. Ну вот, так тебе ничего не оторвут. Ого, а я хорош, да? Хорошо. Такой броне даже занозу не посадишь. Главное, постарайся не сдохнуть. Неплохо. Несмотря на поведение в Мидгарде, Атрей за тебя волнуется. Я знаю. Я тоже растила сына. Наверное, в это сложно поверить, но он был очень похож на Атрея в его возрасте. Он обожал своего отца. Всегда хотел ему угодить. Но, несмотря на все старания, никак не мог добиться его одобрения, и это сводило его с ума. Он очень доверял мне. Искал утешение, которое ему не давал отец. Поможет ли это твоему сыну тоже? Он сдружился со вторым гномом. С братом Синего. О, ну, раз Синдри обо всем позаботился, я, наверное, ему уже не нужна, да? Я имел в виду другое. Это сарказм. Любопытно.
сфера Лунды. Осторожнее. Мы не знаем, что это. Думаешь, Лунда отправила бы нас за сферой, если бы она могла нас убить? Давай уже вернем ее ей. Стрелы печати тут не сработают. Стрелы печати тут не сработают.
Но! Стрелы печати тут не сработают. Так.